Здравствуйте. Давай. Ага, пока. Куда едем? Да возле Динамо меня выставите. Возле бизнес-центра. Аптеку надо. Ну, в бизнес-центр, в общем, да? Да, да, да. Да. Хорошо. Вы молодцы. Приехали быстро. Я сегодня утром тоже с вашим ехала. Да как куда быстро? Не... Я живу на этом поселке. Вообще не отвечают. Нормально. Я просто живу на этом поселке. Я включил программу, смотрю, тут куча заказов по месту. Почему не поехать, правильно? Думаю, вот выбрал самый ближайший к себе. Ну, отлично, мне повезло. Просто я живу на этом же поселке, так что. Еще выбор был, можно было Ленёва взять, там кто-то двойной тариф платил. Думаю, двойной тариф это или пьяные, или еще какие-то. Ну, да. Не хочу никаких таких денег. А у вас на праздники поднимаются тарифы? Ну, вчера двойной был, сегодня не знаю, сейчас вот посадка 170. Не, ну я... Может быть, просто... через праздников, я не знаю тоже, что там. А может, подняли тарифы с Нового года. Я три дня не выезжал. Из-за погоды. Сейчас еще хоть ничего. Вчера под вечер вообще так. Ну, было. Как подморозило, когда. Да. Ну. И сегодня должно подморозить. Завтра вообще колдобить буду. А оно ж не страховок, нет, в этой стране ничего нету, так что ездить просто страшно. Не дай бог я кого-то ударю, не дай бог меня кто-то ударит. Конечно. Кто мне заплатит? Конечно. Скажет, у меня нет денег. Новый заказ. И все, да. Ну присудят ему по суду, там выплачивать там по 1000 в месяц. И что мне по 1000 в месяц? Он одному 130 тысяч, на 130 тысяч разбил машину кому-то. Ага. Присудили ему по 1300 платить. И что это, 100 месяцев ему платить, 9 лет. А через 9 лет той уже машины не будет. А может уже и хозяев той машины не будет. 1300 в месяц. Ну о чем, ну что ты сделаешь? Тут бак заправить 2500 надо. Ага. Они тоже там 1300 на ремонт. Да, сейчас цены...